Перчатки и маска – то, без чего, согласно постановлению 12 мая, выходить из дома запрещено. Индивидуальные средства защиты необходимы, если вы собираетесь в медицинское учреждение, аптеку или продуктовый магазин. Некогда дефицитный товар теперь в свободном доступе. В аптеках одноразовые маски продают упаковками. Стоят они в среднем по 30 рублей за штуку. Впрочем, приобрести необходимые средства защиты сегодня можно не только в аптеках. Большинство магазинов предоставляет для своих покупателей огромный ассортимент всевозможных антисептиков, а также масок. При этом маски продаются не только одноразовые, но и тканевые, многоразовые. Товар привозят партиями несколько раз в неделю. Купить можно не только обычные медицинские маски, но и многоразовые из плотного материала. Тканевые. Быстрее разбираются тканевые. Может быть, потому что они там с каким-то декором. И это сейчас более актуально, чем обычная медицинская маска. Вариантов масса. Главное не пренебрегать безопасностью. За соблюдением всех необходимых мер строго следят и в продуктовых супермаркетах. Если у него нет при себе маски, у нас также имеются в продаже эти маски, которые мы предлагаем ему купить. Правда, большинство химчан к нововведениям отнеслись ответственно. Заранее закупились необходимым товаром и теперь не обходятся без него в общественных местах, а некоторые даже в собственном авто. За безопасность не только самого себя и окружающей среды, людей. Себя чувствую хорошо, не болею, но это не повод, чтобы не задуматься о других. Где народ скапливается, там нужна маска. Береженого Бог бережет, в народе говорят. Нина Бережная, Алексей Сыченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.